Ребята, всем привет! С вами простуженный все еще немножко Александр, и у нас выходной день, и осталось еще почти 6 дней до битвы титанов. Нам осталось выполнить всего лишь два турнира, и вот мы сейчас их выполним. Я уже немножко подготовился, выполним вот это простое задание, там где нужно было сражаться один на один. Кстати, вот собираю команду, что-то тоже похожее, но тут больше свободы. Ну, еще, может, куда-нибудь зайдем. И вот, кстати, то, про что я постоянно забываю, и вы мне очень редко напоминаете. Вот эта вот штукенция, короче, ее нужно все-таки... я же хотел каждую серию улучшать, а получается так, что я улучшаю ее один через 10 серий. Так, ну что, нам нужно 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10, короче, условий выполнить. Ну, давайте. Вот, сейчас повыполняем условия. Властелин водоплавающих. Вкус жизни. Так, и чё? Ну, типа, все такие разношерстные, да, все разные стихии. Представители разных классов животных. Создатель парка. Ну, примерно тоже разнообразие по всему миру. All around the world. Короче, тоже разнообразие какое-то. Звездные травоядные. Ну-ка, кто это у нас тут звездный? Стегозавр, паразаврулов, галимим и апатозавр. Ну, типа, знаменитые по фильму имеется в виду. Ну, отлично. Мировые звезды. В общем, то же самое. Птеродактиль. Это у нас длинношей какой-то. В общем-то, вы поняли, стикси, наверное. Стегич, трицератопс и тираннозаврик. Все отлично. Звезды кайнозойской эры. Так, ну это чисто от фонаря. Выбрали каких-то популярных кайнозойских. И все. Титанобовушка, мегатерий, гигантский олень, смилодон и мамонт. Так, и еще у нас мелкие хищники. Траодон, метриолонг, гуанлунь, димитродон и дилос. Та-дам! И нам дойдут анкилоса, да? Открылся у нас анкилозаврик. Та-дам! Вот такой вот у нас анкилозавр, и он 20 ячеек. Дальше я не могу, да? Это у нас есть максимальное отдаление, я так понял. Ну ладно. Отлично. То есть это мы выполнили с вами. Давайте зайдем в гавань, выполним мое обязательное условие, что я делаю каждый день. Вот теперь по 100 баксов только дают. Раньше же, помните, было 200-250 там попадалось, теперь только 100. За 2 ляма только 100 баксов. Так, ну а мы чё? Давайте будем выполнять турниры. Выполним вот это вот одно последнее действие. Какое тут условие? Только гибриды X1. Ну, эти турниры легче всего выполнять, когда идет речь один на один. Брать какое-то существо, у которого много жизни, но маленькая сила удара. Ну, как бы так проще. Не нужно будет полагаться на удачу, скорее всего. Так, ну и кто у нас здесь тут самый такой вот? Ну вот, допустим, паразавр. Примерно 4 удара. 4, ну за 3, вот не знаю, за 3 должны справиться. Если нет, то будет печаль. Вот, кстати. Так, он поставил один в защиту. У него всего лишь 2. Давай, атакуй. Черт, он не захотел проатаковать. Ладно, сделаем вот так. Он поставил 2, и я поставил 2. Атакуй, сволочь. Всего лишь на 1 у него осталось 2. Ну, надеюсь, он не поставил 2 в защиту. Хотя даже если поставил, ну-ка, 1, 2, 3. Да, 2 хватает. Ну, вот так вот и победили. Потому что если у вас жизни там, которые пробиваются за 2 удара, то есть, ну... вы можете не успеть. Ну, тут будет 50 на 50. Кому как повезет просто. А чтобы было понадежней, нужно брать вот такие вот примерно существа. А у нас здесь гены. Ну, гены так гены. Мелочь. 500 было бы неплохо, но увы. И 600 следующее, блин, ну нам выпала соточка. Как обычно, да, мы в курсе. Остался еще один бой. Так, давайте пойдем вот сюда. Здесь у меня было только хищники были, теперь только птерозавры, да. X1. Ну, смысл тот же. У противника один птерозавр, я могу выбрать любого, кстати. Выбрать любого птерозавра. Так, кто у нас там будет тягаться? Давайте сейчас выберем кого-нибудь похожего.
Ну вот, допустим. Эудиморфодон. Так, ну здесь смысл похожий, просто есть, короче, у нас выбор. Не точно такого же нужно брать, можно взять кого-нибудь посильнее. Так, ну мы только что победили, он нас проатаковал. У нас теперь 3 балла. А, черт, у него 1 балл остался. Да? Ну, это его не спасло. Ну, это так. На удачу было. Ой, очень классно. Взяла и вышибла. Ладно, ну что, загрузимся. Ну, у нас все-таки это же был бой не онлайн, значит, у нас там все должно было сохраниться. Мы сейчас придем и получим, скорее всего, награду. Ну, точнее, да, награду. Награду за рулетку. Рандомную. Ну, 50 генов. Ну, такое себе. Кстати, да. Доступно обновление, более стабильная версия. Мы уже ощутили, какая более стабильная версия. Аж взяла и вылетела. Раньше никуда не вылетала, а вот тут взяла и вылетела. Это у нас стабильное обновление. Я вас понял. Так, идем дальше. Стоять. Это тот турнир, да? Собираю команду. Да-да-да. Так давайте заглянем, что у нас тут с Саламандрой происходит. 6,5, короче, выполнили, да? За завтра. Может и заберется. Соберется уже. Ладно, мы возвращаемся к нашим попугаям, так сказать. Ограничений никаких нет, да? Да-да-да. Ну давайте. Супранотитан, Гаргазух и Сигнич. Такое что-то. Выбери команду за 3 секунды. Сожрем пол жизни Антарктопелты. Он сейчас подменится. Ну хорошо, что именно так. В принципе, можно было защититься на 2 сейчас. По-моему, в принципе, можно не защищаться. Ну там, все идет по плану. Атака на 4, это как-то не очень по плану. Почему на 4, никто не знает. Так, мне тоже придется сейчас бить на 1, 2, 3 пробил, 4. Ну, у меня еще 4 осталось. Так, ну что, Антарктопелта, по идее, не должна нас атаковать особо. Да, она не пробьет, даже если проатакует. Он подменился на 3-шечку. Атакует на 2 и не пробил. Досадно. Ну, как бы тут нету смысла даже подменяться. Пятерочка атакует на 3-ечку. Ну, сейчас Сегнич его быстро порвет. Павлиний Терезинозавр. Так, это у нас был последний бой или нет? Нам сейчас уже, наверное, должна открыться битва титанов. Тысяча 200 генов и Унайзавр. Это вам не просто так. Та-дам! Ура! Открылась нам битва титанов. Давайте заглянем, что у нас тут есть. Осталось еще 5 дней. Ну и здесь, в общем-то, обычных 5 сражений. Мы их пройдем с вами в воскресенье. Возможно, даже будет стримчик какой-то. Посмотрим, ребятки. На этом я тогда, наверное, серию закончу. То видите, у меня так... Дос не дышит.
как у слоника. Так что пойду я-ка сегодня уже отдыхать. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.